Всех приветствую, дамы и господа, мы вновь-таки сварил, и наш путь с 200 рублей до ножа продолжается. Это четвертый ролик. Было очень тяжело, потому что было как много взлетов, так много и падений. Но в конечном итоге у нас зафиксирован небольшой плюсик, поэтому давайте так, 940 рублей. Сегодня мы должны вот край сделать что-то, ну, хотя бы небольшой и качественный плюсик. Давайте начнем с Borderlands, ну, или как эта игра называется, я честно не знаю. Сразу говорю, сегодня наша задача выбить нож. Пойти, кстати, первый кейс сразу окупает на 300 рублей. Это уже прекрасно. Окей, зафиксировали плюс. Ребятки, если вы будете играть на кейс варили, знайте, что есть для вас очень крутой бонус. Спасибо огромное, пацаны, что используете именно его. Потому что, во-первых, он дает самый большой бонус, который только есть. Это 15% к пополнению. Конечно же, любая сумма перемножается. Любые способы пополнения, которые ты захочешь. Ну и, конечно, это самый рабочий и самый лучший промокод на кейс варили. Ну и, конечно, я попрошу тебя поставить свой царский лайкосик, это бесплатно, пожалуйста, просто возьми и поставь его. Я знаю, как очень важен лайк для канала, для тебя это всего лишь одна кнопочка, поэтому просто возьми, поставь его, мне будет очень приятно. Ну а тем не менее, 1109 рублей, небольшой плюсик под зафиксировали. Я сразу хочу зайти на самые максимально дорогие кейсы. Вот у меня, честно, сегодня, вот, ну, можно сказать, да, впечатление такое, что, возможно, именно сегодня нас окупит. Почему? Потому что, ну, уж сколько мы поднимались, сколько мы сливались, 200 рублей, 300, 400, 500, 600, 700, и потом опять все сливаем. И вот знаешь, вот раньше мы с одного, ну, с одного, с двух, наверное, да, роликов могли поднять нож. Сейчас такого, ну, прям вообще не бывает. Я не знаю, в чем проблема. Но я думаю, дело в том, что я недостаточно хорошо подбираю кейсы. Я открываю все на 10, а как вы можете заметить, по прошедшим роликам нас окупало именно когда мы открывали один кейс. Поэтому давайте попробуем открыть кейс Хагрид. Кстати, посмотрел недавно линейку Гарри Поттера. Просто обалдел от того, насколько я был слеп. И все-таки у меня Даня жесткий друг мой. Это все-таки Добби, а я даже и не знал. Поэтому тигры, Хагрид, 10 раз он должен нас окупить. И он окупает 1200 рублей плюс 500 рублей почти на ровном месте. И мы можем сейчас вернуться. И здесь выше был какой-то кейс. Я хотел его открыть. Но вот он, отопление. Хотя мы можем даже листопад открыть. Что отопление, что и листопад. Давай листопад, наверное. Потому что листопад это прям впритык. И знаешь, когда мы зашли, открыли один кейс, следующий нас не окупил. Потом мы открыли один кейс, как говорит, он окупил. Сейчас листопад, получается, нас не должен окупить. Но это все, конечно же, предрассудки. Просто я очень сильно зациклюсь на том, что я не могу поднять четвертый ролик подряд. Хотя мне бы очень хотелось. Конечно, нужно поиграть в апгрейд. Неплохо, кстати, 1276, это прям нормально. То есть я не скажу, что это прям много, но я не скажу, что это мало. Поэтому, в принципе, нормально. Начал говорить, начал сразу икать. Не понимаю, в чем проблема. Будем как-то от этого избавляться. То ли Хагрида еще раз открыть, то ли нет. Либо знаете, что давайте сделаем? Вот у меня 1290 рублей. Давай попробуем открыть один кейс. Но, допустим, око Саурона. Потому что с этого кейса могут упасть и ножи, и диглы, и эмки, и очень дорогие пушки. Открываем на... Уф, ну синий ламинат это косарь, извините меня, фантомка это уже поменьше, это 500 рублей. Слушай, прям совсем плохо, да? 800 рублей превратилось в 500. И сейчас вариант найти кейс за 1000 рублей, да, это чат GPT, думаю, нужно начать с него. Как-то раз я помню, я его уже открывал, и он меня окупал. Но вот сегодня, ой-ой-ой-ой, если это будет дуал беретом, все, мы слили. Мы просто слили на ровном месте. Не понял. 2471? А я думал, мы все проиграли. Я думал, мы проиграли с позором, и у нас теперь... Ладно, хорошо. Продаем. Зафиксировали плюс. Наверное, это первый плюс за последние несколько... Ну, я не скажу, что лет, да, потому что мы сняли всего 4 ролика, но это круто. 2400. И теперь я могу открыть мой кейс Ведьмака, который, на секундочку, один из самых моих любимых. В свое время я открыл очень много этот кейс, и он очень сильно меня окупил. Знаете, видишь, прямо с завода Star Trek... Это будет феноменально, но нет, 1300. Как будто бы, знаешь, вот реально, как будто бы один окупает, другой тебя сливает. Но в целом, сегодня мы вышли в плюс, уже на 1000 рублей. Но опять же, да, 1000 рублей, если сейчас нас не сольет, потому что есть вероятность, 1200, что нас понемножку сливает. Понемножечку, чуть-чуть, не сильно, так совсем чуть-чуть, но нас как будто бы попускает. Supreme Master First Class. Открывал я его всего лишь один раз, наверное, за год и как
когда я играл на Case for Real. Хотя вот знаешь, вот Case for Real — это тот сайт, который должен окупать, потому что он окупал всегда. Поэтому я думаю, что нужно просто, может быть, побольше уделить времени этому сайту, сделать 2 ролика, поснимать разные режимы, потому что, ну вот, сейчас 2500 упало. 2500 это уже хорошо, при том, что мы начинали с 200 рублей, то есть да. Ой, а это прям слив. А вот это прям слив. Я не знаю, как это работает. Почему пушка, которая выглядит максимально плохо, в итоге самая дорогая? Ну просто почему? 1400 рублей. Ребят, вроде бы и не туда, вроде бы и не сюда, но в любом случае попрошу тебя поддержать этот видос лайкосиком. Я думаю, что следующий ролик я сдвину эту мертвую точку и окуплюсь. Ну а ты, пожалуйста, поддержи лайком меня. Просто поставь его, потому что это бесплатно, и ты мне очень поможешь. Не забывай, что ты можешь зайти в пополнение и использовать промокод ТИГР, который даст плюс 15% на абсолютно любую сумму. Ну а на связи был, как обычно, я, Предатор. До новых встреч. До завтра.